10.3.307.07.2.18 обновлено 10.37 7 июля 2018 года 3400 Москва 7 июля РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 3 нарушения режима прекращения огня, Турция – ни одного, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны РФ. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушения режима прекращения боевых действий, зафиксировано 3 случая стрельбы в провинциях Алеппо, 2, Латакия, 1. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано, говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено 2 гуманитарных акции. В населенном пункте Бабила, провинции Риф-Дамаск, нуждающимся переданы строительные материалы общим весом 30 тонн. В населенном пункте Мусейфра, провинции Эс-Сувейда, мирным жителям передано 1000 продовольственных пакетов общим весом 4,3 тонны. Медицинскую помощь получили 10 человек. В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось – 234. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии».